куда прошла? Да здесь 3 дня. Творилось что-то, что? А то в новостях тут частенько Торская стала мелькать. Будет мелькать. Здесь пипец еще творят уроды. Понятно. Только успевает 200-300 отвозить. Обалдеть. Вчера заехали 8 человек туда. И вечером их 300-ми отвезли, слава богу, 200-е. Ну, а там в Торском там хохлы, что ли, да? В Торском, да. Вчера хоть это, стрелкового боя не было. А позавчера, позавчера, пипец. Вчера только, знаете, минометки да танки. Здесь впереди нас стоял батальон. Ну, рота, не рота, не знаю, никого не осталось. Там половина, кто ушел, их привели, кинули нахрен. Они 50 человек там, что ли. А у него все по летним, блин, даже эти летние, короткие. Тут один удар туда, 2 200-3 300. Плюс еще какие-то 6 200 лежат. Не знаю, чьи даже. Ну, с третьего батальона, скорее всего, которого. С 3 по 6 число они заезжали. И все, лесополоса пустая. Сегодня опять туда людей. Короче, творится, что... Ничего хорошего, Не, он нас туда отправляли, он тоже людей. Прям в 2 метрах. Хорошо, вот они хоть как-то успели вырваться. Нормально, рядом с блиндажом, блиндаж раскрыл. 36 раз они стреляли. А наш ничего делать не мог. Они даже в ту сторону, откуда эти фигари наши их хрен стреляли. Странно. Там их стреляют, откуда стреляют, да кто знает. На слух-то не делишь, а глазок ни у кого нету. Нигде не стоят. Позавчера вечером пришли, хотели 500. Это что такое? Не хотели выполнять свой воинский долг. А... Чтобы куда-нибудь в другое место, не знаю, как там, куда их девать эти 500. Потому что их много. Сейчас вот, Мания, Великобритания, США, предоставить там все, и певец.